Господи Иисусе Христе, Сын Единородный, безначального Твоего Отца, Ты рекалась и пречистые усты Твоими, яко без меня не можете творить и ничтоже. Господи мой, Господи, верую объем души моей, сердце реченное Тобой преподай Твоей благости. Помози мне грешному сие дело, мною начинаемое, а Тебе самим совершите во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Путь к Богу сам по себе очень сложный. Особенно он сложен тогда, когда идешь сам, без помощи наставника, потому что сети лукавого очень коварны. Будучи врачом, материалистом, я совершенно не признавал религию, не признавал, не имел понятия и не хотел верить в то, что есть душа, есть дух. Я признавал только плоть. Время шло. И так получилось, что жена, будучи заведующей библиотекой в госпитале, где я работал, принесла мне книжку, учебник по гипнотерапии. И меня это очень заинтересовало, я стал читать, и так как бы, ну, экспромтом, вскользь стал пробовать. И когда начал пробовать, ну, результат был неожиданно положительным. Это, конечно, меня порадовало, особенно когда первый сеанс был реализован, когда человек, я увидел, что он действительно в состоянии гипноза, вот тут как бы первый всплеск гордыни, что я непростой человек. В то же время, в тот же период времени, я имею в виду, звучали по телевизору уже голоса Кашпировского, вот, и ему подобных. Естественно, походить на них, ну, для меня было, ну, действительно приятно, так мягко говоря. И вот первая сеточка, как говорится, первая паутинка, которая была закинута лукавым, чтобы меня совратить вот с обычного, ну, тоже греховной жизни, но тут как бы вот уже в своей сети конкретно как бы уже захватить. И, естественно, я там, как эта бабочка, полетел, попался. Именно в это время в библиотеке, где работала жена, появляется мужчина, тоже офицер, и говорит: «Вы знаете, в городе есть люди, с которыми можно пообщаться духовно». Выделялась среди них одна женщина, которая как бы концентрировала вокруг себя все, что там происходило. И вот еще одна из паутинок лукавого. Это очень важно понять, потому что осознание этого пришло намного позже, что он не является во всей своей скверноте, он является под видом любви. Так оно и получилось. Получилось так, что эта женщина проявила к нам, вновь пришедшим, максимум любви, максимум внимания. Она сразу определила, что мы, в общем-то, порченные люди, там, я имею в виду, там, аура испорченная и прочее. Вот, ну, речь об этом идет. Она посадила нас и стала чистить. Чистить какими-то пасами меня, жену. Говорит: «Я вас сейчас вычищу, все духовно вы выздоровеете». Потом, естественно, был чай, потом были беседы. Мы, ну, буквально дети, маленькие дети, которые, ну, первый раз увидели духовный лучик, пошли за ней. Наивные до предела духовно, полностью ей доверились. Таким образом, мы попадаем в эту секту. А дальше было следующее. Начались, в прямом смысле, самые настоящие кошмары. В основном эти люди собирались по ночам, у кого-то на квартире, ну, у ведущей конкретно на квартире, собирались кружком и начинали медитировать. Так как это было по ночам, то днем надо было работать, и к утру я уже был в изнеможении. Когда жена возвращалась оттуда, у нее начинались кошмары, видения, что на нее наезжает поезд. Потом вот она живьем видит, что на нее наезжает поезд. Я уже не говорю о том духовном страхе, который она испытывала, я все время был рядом с ней.
Она кричала, она металась, она пыталась убежать в сознании, все это в сознании, убежать от этого поезда. Вот, и те же видящие, и те, та же самая ведущая подсказала выход из этого ситуации. Говорит, а вы молитесь. И молитесь не так просто, а вот молитва, куда воскреснет Бог, расточаться в Розигу. Все молитвы тут знают. И действительно, когда мы начинали молиться, эти видения прекращались. Но только прекращали молиться, снова начинались видения. И вот так всю ночь, мы за ночь где-то, ну раз 50, может быть, больше, читали эту молитву. И только на этой молитве держались. И когда мы уже в очередной раз шли на это сборище, жена, вот как на всю жизнь запомнил, прижалась ко мне, мы в подъезде стояли, и сказала только одно слово. Мне, говорит, страшно. Я говорю, ну давай не будем ходить, не надо туда ходить. Но она уже была в сетях. Она говорит, а как же Господь? Я Богу не брошу, я пойду к Богу. Она уже была в сетях, это был не Бог, это был лже-Бог, но под видом Бога, как сатана приходит. И она снова туда пошла. И я сказал себе, что куда жена, туда и я. Если ей будет плохо, чтобы я был рядом. Если ей страшно, чтобы я был рядом с ней. Когда человек идет к Богу, ну, у него как-то наоборот, он покой обретает. А у нас вот, обратите внимание, что о покое близко не было разговора. Все время какие-то тяготы, трудности, сложности, такие, ну, Господь которых, ну, не пожелал бы никому, в том смысле, что, например, мы с женой сидим на этом сборище, и сын при нас от нас отказывается. Говорит, моя мать теперь вот это ведущая. Ребенок был тоже введен в эту секту, затянут туда. Конечно, те, кто с нами сталкивался, они видели, что мы сектанты. И нам говорили, вы сектанты. Мы говорим, ну какие же мы сектанты? Мы воины Христовы. Мы страдаем во имя Христа. И мы верили, искренне в это верили, что мы во имя Христа страдаем, а вы нас не понимаете. И вот это было, ну, той последней каплей, наверное, которая привела меня к состоянию депрессии. То есть я разочаровался во всем. И на работе плохо. То есть меня там уже выгонят, хотя это за армию, не просто, а за нарушение. В семье трудности начались. В семье трудности, ну, о которых просто, не знаю, даже говорить или нет. Ну, начались заболевания, серьезные заболевания жены и дочери. Ну, по жизни, при том, такие жизненные заболевания, которые остаются на всю жизнь. И видя мою немощь, и видя, что я, ну, бьюсь головой об стенку, Господь, ну, как я понимаю сейчас, привел меня в институт богословский и там дал знания. И вот эти знания подсказывали, что кроме православной церкви, именно православной, настоящей церкви, храма Божьего, другого выхода нет. И я еще неосознанно буквально стал ходить в храм. Пришел в этот храм, здесь тогда он еще стоял в руинах, в развалинах. Я как сейчас помню, что осень, дождь, грязь. Я подхожу к воротам храма, стою возле них. И ничего не думаю, ни о чем не говорю, не молюсь. Просто стою и держусь за эти ворота. И мне просто даже от ощущения, что я у оградки храма стою, мне становилось легче. Войти в храм для меня это было, ну, вообще не знаю, чуть ли... Ну, очень-очень трепетно было. Я боялся нарушить этот трепет вхождения в храм. И поэтому несколько месяцев я вот так приходил, садился возле заваленки возле храма и сидел. В любую погоду. Потом осмелился в прямом смысле зайти в храм и сидеть на лавочке возле храма. Ну, тоже было как-то неуютно, и я не знал, что делать. А работа была непочатый край, потому что храм восстанавливался. И что-то толкнуло меня, и я подошел к кому-то, я сейчас не помню уже, из служителей храма, и говорю, а можно поработать во имя Господа? И мне разрешили. И это была моя первая радость Господи. Когда мне дали метлу, сказали, вот здесь много опилок, а действительно весь двор был засыпан опилками, шли большие очень реставрационные работы, и я стал выгребать эти опилки. И когда выгребал эти опилки, ну, было такое ощущение, как будто я выгребаю мусор из своей души. Какая-то благодать, такое спокойствие. Именно спокойствие приходило в процессе работы во имя Господа. С этого началось спасение моей души. Потом я стал заходить в храм. Захожу в храм. И тоже такое, ну,
благолепие как бы наступало. Даже не знаю, как сказать, например, ну вот если я где-то метрах в трех стою от хора, для меня, я считал для себя это счастьем, что вот я 3 метра от хора пою тех, кто славит Господа. И вот я рядом стою, для меня это было, ну, необыкновенная радость, что стоять рядом с тем, кто молится, кто славит Господа, кто ведет Господу. И вот так потихонечку стал приобщаться, и в конце концов я обратился к батюшке и говорю: «Батюшка, вот так и так. Каюсь в том, что было». Это было моей первой исповедью. Исповедь заключалась в том, что да, действительно, шел ложным путем, да, действительно, был обманут, да, действительно, отрекаюсь от того, что было. Это была тяжелая исповедь. Да, я не читал подготовительных молитв, потому что я не знал, что еще надо их читать. Я ничего в этом плане не готовился. Но я готовился к этой исповеди практически всей своей жизни, предыдущей. И когда все это свершилось, я первый раз причастился в этом храме. Вот, это был действительно праздник души, праздник воскресения души. Пришло время, когда батюшка меня вел в алтарь, вот, где я в настоящее время и служу. Являюсь служителем алтаря. То есть свершилось то, о чем я даже не мечтал, на что я мог смотреть только из-за забора, ну и такой хорошей такой завистью, вот, смотреть на тех, кто вот при храме, а при алтаре, ну, для меня это недосягаемо было. Речь идет о благолепии, о богопочитании, о той радости общения с Богом, которую человек приобретает, когда вот встает на этот путь. Я выполняю и другие обязанности. Батюшка благословил меня как послушание ездить в части и там общаться с воинами, общаться с офицерами, вот, присутствовать на праздниках, поздравлять их с праздниками. Когда приходит молодое пополнение, освящать молодых воинов, читать им молитвы, нести Слово Божие. Вот я увидел, во-первых, людей, в основном из командного состава, которые действительно повернулись к Богу. И который действительно надеется не только на свои силы, а на силу Божию. При всем этом я продолжаю работать, практиковать в нашей городской больнице, являясь травматологом, вот, общаюсь там с людьми. На все, что там происходит, конечно, смотрю другими глазами, хотя, конечно, это, ну, юридически, будем так говорить, я не должен там проповедовать и прочее, там конкретно медицинские вопросы решаются. Поэтому я стараюсь выдержать все эти моменты, что всему свое время и свое место. То есть в храме одно, а там другое. Хотя, конечно, если сами болящие начинают мне задавать вопросы духовные, конечно, я насколько могу, им отвечаю. А жалею ли я о таком сложном, извилистом духовном пути? Прислушиваясь к себе, я, наверное, скажу, что нет, не жалею. Не жалею почему? Потому что понимаю, что во всем этом был промысел Божий. Что человек не может так сразу взял и пришел к Богу. Необходимо какое-то время, чтобы он созрел, претерпел. И каждый, в общем-то, каждый человек на своем уровне. Кто-то больше готов, кто-то меньше готов. Кому-то меньше надо искушений, испытаний, а кто-то сразу, может быть, приходит к Господу. Поэтому здесь нельзя так сказать, что вот только так идти или только так идти, потому что пути к Богу разные, но к Богу одному.